Всем привет! Сегодня я решил сделать вторую часть проверки меня на скилл. Только в этот раз все будет намного интереснее и масштабнее. Дело в том, что в этот раз, ну я опять, конечно же, буду дуэлиться там со всякими жмыхбобрами, блэдлунтиками и другими моими подписчиками. Но дело в том, что в одном раунде у меня будет не одна дуэль, а сразу несколько. То есть я скажу всем взять одинаковых персонажей и сражаюсь с первым соперником. Если я его побеждаю, то там на ринг залетает второй, и так далее, пока меня не сольют. То есть таким образом сможет поучаствовать, ну, очень много народу, я так думаю. Ну и еще, чтобы было интереснее, в конце я сделаю рулетку из людей, которые смогли меня выиграть. И один рандомный человек получит 60 гемов. Ну то есть такой небольшой приз за победу, чтобы было интересней. Ну все, давайте начинать. Ну что ж, уже зашли мои первые подписчики, которые хотят со мной подуэлиться. По-моему, здесь нет таких особо жестких в плане кубков. Но вы сами знаете, что кубки это не показатель. А, кстати, вот Утара. У нее, по-моему, очень сильный профиль, да. Ну что ж, начнем тогда с Леона и посмотрим, сколько человек я смогу вынести. Погнали. Ну давайте, давайте, это будет жестко. То есть, если я вынесу одного, там залетает второй и так далее. Пока я не умру. Но проблема в том, что у меня ограниченные гаджеты, а у остальных людей нет. Так, значит... зачем залетели-то? Что происходит? Зачем сюда залетели? Так, ну что, ну давайте айсбой тогда возьмет банку. Я не буду брать, мне не нужно преимущество. Так, ладно. Блин, какая-то фигня получилась, но переигрывать не будем. Все нормально, продолжаем. Так, смайлик у нас кидает, давайте, бустик. Бустик у нас кинет смайлик, который будет обозначать старт. Ну что ж, мы готовы. Давай, бустик. Так, гоу, все. Так, давайте аккуратно. Ой, он не подставляется. Не хочет он. Ой, отличный гаджет, айсбой, отличный гаджет. Откуда у него ульта? Он просто на зрителях ее набивает. Что это? Блин. Блин. Так. Ай, черт. Я не набил ульту. Все плохо. Опасно, опасно. Так, стреляем. Хорошо, жесть, это было очень жестко. Реально очень близко. Так, и сразу же залетает второй соперник. Но у меня есть ульта, у меня все нормально. Так, гоу. Пока не буду тратить гаджет. Ой, он с другим гаджетом. Ай, нет, 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 отходим, отходим. Блин, что это? Да что, нет, я не смог вынести второго. Я вообще не ожидал, что он будет с этим гаджетом играть. Все, я занес голколка список участников на рулетку. А возможно, именно он и выиграет гемы. Хотя впереди у нас еще очень много участников. Я решил взять Би. Я на ней, конечно, не особо профессионал, у меня даже скина нет. Но я думаю, что дуэлиться на ней вообще нормально. Так. А вот у кого-то есть скины? Ну вот просто донатеры, ну посмотрите на них. Два донатера, блин. Так, ладно, все, ждем смайлика бустика и начинаем. Ждем. Го. Так. Давайте аккуратно из-за кактуса. Он прям рискует. О! Нормально, нормально. Ну все, последний выстрел. Последний выстрел. Хорошо. Странно, что гаджет его не защитил. Так, второй залетает. Так, уже второй. Он, кстати, без щита. Отличная игра. Так, гоу смайлик. Начинаем. Так, давайте, давайте, аккуратно. Надо вообще не подставляться. Ой, он что-то поставил гаджет и двинулся вперед. Хорошо, минус 2 уже я сделал. Так, стоп, это бустер. А кто смайлик будет кидать? Кто? Давайте тогда кобра, вот кобра. Я его тоже знаю. Кобра кидает смайлик. Так, давайте, кобра кидает. Ждем. Гоу. Так, бустик. Ну давай. Блин, бустик не подставляется, он умеет играть на Би. Ладно, надо идти. Давайте поджимать. Ой, я не туда стрельнул. Блин. Добиваем, добиваем. Хорошо. Я там случайно мискликнул, извиняюсь, я кого-то убил. Да все нормально, если что, этот человек не вылетает.
Так, давайте, мой следующий соперник, уже четвертый. Шашлык 228. А, мы готовы. Го! Надо быть аккуратным, как бы он из меня сейчас шашлык не сделал. О, все, все. Можно идти. Ну все, пока. Жесть, как я всех выношу! Это все, знаете, автонаводка, там читы, софт, хаки и так далее. Так, гоу, смайлик. Гоу. Так, можно замедлить. Хорошо, ой, блин, да что ж такое? Ай, опасно! Фух, еле-еле я его вынес. Он хорошо отыграл, последний соперник. А, так, ну что, все, раунд закончен. Никто меня не смог выиграть на Би. Теперь у нас Динамайки. На самом деле, я просто по фану решил взять этого персонажа. Понятно, что, скорее всего, эту солью кому-нибудь. Ну, потому что такой персонаж тут просто один раз попал с таном, и все. Так, улетайте, что это? Вдвоем тут залетели, блин. А, все, я готов. Кобра Смайлик и гоу. Так. Давайте аккуратно. Хорошо. Ой, что это? А зачем он так подставился? А, я беру банку и второй соперник. Тара, кстати. Вот это опасно. Э, куда? Я не понял. Что это происходит? Хватит тут прыгать. Все, Тара. Я против Тары. Давайте. Гоу. Так. У меня ульта. Пока. Э, как? Ульта не убила. Черт. Все плохо. Ульта не убила как-то. Надо попадать. А как? Как попасть-то? Ой, замечательно. Все. Жесть. Как я вынес Тару. Это было жестко, конечно. Так, далее. Не понял. А почему вдвоем? А почему? Мне что, против двоих? О, давайте по фану реально против двоих. Давайте устроим. Гоу, все, начинаем. Гоу. Один в два просто. Так, давайте, давайте. Ульта. Ай, меня застанили. Все, последний. Что? Вы видели это? Я сделал минус 2. Просто в соло, понимаете? Минус 2. Вот это я, конечно, крутой. Ну ладно, давайте дальше. Да, опять 1 в 2. Жестко, конечно, будет. Не понял. Что это, 1 в 3? Вы серьезно, блин? 1 в 3 играть? Ну это вообще... А, 1 в 4, вот это да. Ну вот это уже баланс дал. А, 1 в 5, зашибись просто. Ну я же про, конечно, я вынесу всех, давайте. Давайте начинаем по смайлику кобры. Гоу, давайте. Блин, блин, нет, нет, да что это? Ну я пытался, да, это было близко, но я почти раскатался. Ну а теперь серьезный раунд на кольтах, давайте. А, ну как вы поняли, с динамайками это была шутка, причем не моя. Там люди сами захотели объединиться и вынести меня. Так, ну а сейчас на кольтах играем уже серьезно. Так, перчик кидает смайлик. Перчик тут зашел. Тогда он кидает смайлик. И начинаем. Гоу! Погнали. Так. Стреляем. Так, надо попадать. Нормально? Нормально? Ну все, хорошо. Так, Все, взял. Так, второй соперник, давайте, второй. Ну, я на кольтах вроде бы так, более-менее играю. Далее, давай, перчик. Гоу. Так. Нагибатор, нагибатор. Как? Не попадаю. Что это? Блин. Ай. Все. Еле-еле я его вынес, хорошо. Следующий соперник. Так, перчик, смайлик. Третий соперник уж. Гоу. Третий соперник. Вот это да, вот это я про, конечно. Так далее. Жесть, четвертый соперник. Гоу. Ну давай. Так. Что? Что я творю? Вот это да, я всех подряд выношу. Так, теперь перчик. А, тогда что? Кто кидает смайлик? А, все, он кинул. Все, начинаем, начинаем. Гоу. Так. Ай, не попадаю. Блин. Блин, что? Я вам отвечаю, у перчика читы. Это просто читы. Он подрубил автонаводку. Специально, чтобы меня выиграть. Печально. Ну а теперь у нас Эль Прима. Очень такой персонаж, специфичный, я бы сказал. Ну, в принципе, все понятно, на отходе как-то нужно бить, а потом уже залетать с ультой. Так, а, кстати, мой соперник Ромяек. Это мой соклан, но он очень жесткий. Ну, 40 у него.
То есть примерно вот на уровне со мной играет. Так, выкидывайте его отсюда. Куда Спайк-то залетел? Выкидывайте его. Не надо, выкидывайте. Ну, ребят, ну кто-нибудь гаджетом, ну давайте. Ну что это? Все. А, так, Смайлик у нас кто кидает? Спайк, по-моему, и кидает. Спайк. Так. Все, гоу. Так, давайте поджимать. Зачем там Эль Прима стоит сверху, блин? Он что, специально это делает? Метеорит не туда полетел. Ладно. Эх. Так, нельзя сдавать позицию. Да что такое? Он побеждает. Нормально, нормально. Пошел урон. Что? Куда он прыгнул? Куда он прыгнул? Давай. Все. Гомяк, ну как так? Ты же в моем клубе. Ну как-то ты не очень хорошо отыграл. Следующий соперник. Я готов. Гоу. Так. Давайте. О, а у меня ульта есть почти. У меня преимущество. Извиняюсь, но у меня преимущество. Хорошо, все. Минус второй. А, ну, понятно, да, конечно, что он с набитой ультой намного проще. Следующий... Ну, кто там? Кто-то хочет? Нет? Следующий соперник – нокаут. Ну, давайте. Давайте, гоу. Так. Нормально. Так, ну, можно даже не отходить. Все. Гоу, гоу. Ой. Ой, опасно, опасно. Нет. Жесть. Вот это да. Так. Надо переиграть как-то. А, нет, что? Вот это да. Он за счет гаджетов затащил. Не, красава, красава. Он честно победил. Ну а теперь давайте на стул. Что это за плагиат моих скинов? Я не понял. Я думал, я один тут такой буду. С хэллоуинским стулом. А, кстати, я тут поменял карту. Мы сейчас вот играли на стул. Но там была вода. И мы просто попадали по зрителям. А, поэтому лучше со стенкой. Так, ну что, Спайк, давай еще раз тогда. Ждем Смайлика от Win Power GG. Ждем. Так, все, гоу. Начинаем. Так. Давай. Давай, хорошо. Замечательно. Минус Спайк. А, так, второй соперник, давайте. Залетайте. Хорошо. Так, у меня уже гаджет стоит, замечательно. Так, Смайлик, где Смайлик? Смайлик ждем. Все, начинаем. Так. Кстати, там еще и кактуса нет. Это хорошо, это плюс. Ай. Так, опасно, опасно. Ой, попал. Отлично, все. А, так, давайте дальше. Третий соперник. У меня еще и банки понемногу накапливаются. Ну куда вот кнокаут залетел? Ну что это? Ладно, давайте. Так, все, гоу. Так, так, хорошо. Да что такое? Все. Жестко, конечно, на 100 играть, да. Надо прям так мансить. И теперь кнокаут. Гоу. Так. Ой. Да что такое? Да как? Я не попадаю! Блин! Да что это? Что это за жесть? Нет, да как? А это считается за победу или нет? Надо подумать, это вообще считается или нет? Но это странно было. Ну давайте еще на Эдгарах сыграем. Чтобы последние участники тоже сыграли со мной дуэли. Кстати, у меня нет скина, а вот у этих людей есть, блин, надонатили себе скинов. Ну что это такое? Ладно, где мой первый соперник? Я что-то не понял. Кто будет первым? Вот, хорошо. Так, давайте, отходим сюда. И все, можно начинать. Гоу. Так. Бьем, бьем. Так, нельзя подставляться. Ой-ой-ой, опасно. Добиваем. Фух, это было жестко. Хорошо. А, так, далее. Второй соперник. Но у меня минус один щит, к сожалению. Так. Гоу. Так, надо аккуратно. Пока что не буду тратить щит. А то без него будет тяжело. Ай. Хорошо, хорошо. Все. Это победа.
Отлично, прочитано. Я специально так прыгнул близко. А, так, далее, следующий соперник, давайте. Смайлик. Гоум. Так. Пока что опять без щита. Хорошо. Так, отлично. Ну все. А, давайте, следующий соперник. Слушайте, а может у меня по банкам такой дисбаланс? Типа из-за этого я побеждаю? Я вот только сейчас задумался. Не-не-не, по одному давайте. Что это? По одному, все. Так. Давайте, давайте. Ну что-то я не знаю. Они как-то отыгрывают плохо. Ну реально, ну можно же меня вынести, если постараться. Так, ладно, давайте следующий. Я просто щит даже не использую, понимаете? Так. Хорошо. Вот, вот этот умеет, кажется, играть. Вот этот правильно все делает. Блин! Да что такое? Да нет! Да как? Да что это? Не попадаю! Блин, блин, блин! Опасно! Фух, хорошо. Ну, вот это молодец, он реально очень хорошо отыграл. Ну что ж, сегодня меня смогли выиграть только 4 человека. А, Голколк, Перчик, далее Кнокаут и его брат. Кнокаут 2.0. Ну и давайте посмотрим, кто из них получит 60 гемов. Крутим. Так, ну что? Кому же повезет? А, первый раз кручу, серьезно. И попадается Кнокаут 2.0. Ну что ж, придется ему тогда отправить приз, то есть сегодня выиграл мой совершенно обычный подписчик, который, как и вы, смотрит мои видосы. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.